А что касается пиржевских спортсменов, то я благодарна очень тренерам, у которых всегда забирают все тренеры из страны, оттуда забирают пары, и они находят в себе силы опять возвращаться и учить детей. Это сегодня здесь Валя Тюкова. На льду Екатерина Питайкина и Максим Курдюков. Четвертый уровень, но качество исполнения, я думаю, что поставить другой уровень, но это не важно. Вы знаете, они вот катаются, исполняют сложные элементы, потому что короткая программа. Ее нужно каждый элемент выделить, исполнить и сделать чистым. Это очень сложный вид спорта, парное катание, очень травматичный. И мне кажется, что они сегодня точно со своей задачей почти справились. Если бы не вторая нога на выбросе, то я бы считала, что они вообще откатали свой, наверное, лучший вариант. Даже лучше, чем в финале. Да, мне кажется, что он лучше. Вы, наверное, Вась, говорили, что не принимают участие, да, две пары наши ведущие? Да, ну мы с вами... Да, вот я разговаривала с их тренерами, да, я разговаривала. Они готовятся. Таня и Максим только что вернулись из Нью-Йорка, где они проводили реабилитацию 23 декабря. Уже приступили к тренировкам и готовятся к чемпионату Европы. Я им хочу пожелать только здоровья, потому что, конечно, Максим
они катались на финале гран-при выдающимся совершенно образом и могли, в общем-то, и обыграть Альбуно, который является, в общем, образцом спорта в Казани. Выдающийся партнерш и выдающийся пара современности. И они катались ничуть не хуже, и обыграли бы. И они тоже очень насыщенная, интересная программа, которая вдохновляет на то, что у нас есть надежда, что они могут выиграть Олимпийские игры, потому что у них есть очень серьезные плюсы. Всего здоровья. Итоговая сумма Екатерины Питайкиной и Максима Курдюкова в короткой программе составила 51-25. Они совсем чуть-чуть проигрывают Таванковой и депутату. Четвертое место. Василиса и Андрей у нас по-прежнему на третьем месте.